Добрый день. В Ростовской области, как и по всей стране, проводится третья по счету бизнес-перепись. Сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам за 2020 год. Согласно федеральному закону, сплошное наблюдение проводится один раз в 5 лет и дает возможность получить детализированную характеристику экономической деятельности малого бизнеса в региональном и муниципальном разрезах. В наблюдении принимают участие юридические лица, состоящие в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, а также все индивидуальные предприниматели, включая глав крестьянско-фермерских хозяйств. Участие в сплошном наблюдении является обязательным для всех вышеперечисленных хозяйствующих субъектов. Обращаем внимание, что даже если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не осуществлял деятельность в 2020 году, в органы статистики он обязан предоставить отчет с отметкой об отсутствии деятельности. Для малых и микропредприятий разработана и утверждена форма МПСП. Для индивидуальных предпринимателей – форма «Один предприниматель». Респондентам предлагается несколько вариантов предоставления форм в рамках сплошного наблюдения. Наиболее приоритетным и удобным является предоставление отчетов в электронном виде. Итак, отчетность можно представить следующими способами. До 1 апреля текущего года через систему сбора отчетности Росстата при наличии электронной подписи оператора электронного документа оборота, портал госуслуги, а также на бумажном носителе. Респондентам необходимо представить заполненный бланк формы до 1 апреля 2021 года в отдел статистики по месту осуществления деятельности. Форма должна быть подписана и содержать информацию об адресе электронной почты и номере телефона исполнителя. Те респонденты, которые до 1 апреля по каким-либо причинам не смогли своевременно предоставить сведения, могут до 1 мая 2021 года направить форму сплошного наблюдения только через портал госуслуг. Чтобы воспользоваться этим ресурсом, юридическим лицам необходимо иметь подтвержденную учетную запись и электронную подпись. Индивидуальным предпринимателям достаточно иметь подтвержденную учетную запись. В поисковой строке личного кабинета необходимо будет указать ведомство Росстат и выбрать услугу «Экономическая перепись малого и среднего бизнеса за 2020 год». Если этот срок будет пропущен, то будут применены меры административного взыскания в виде штрафа. Органы государственной статистики призывают всех предпринимателей принять активное участие в данном мероприятии. Получить консультацию по участию в бизнес-переписи можно в отделе государственной статистики по телефону 20 172 38 37 22 или по телефону горячей линии 8 800 550 65 62.